Всем приветик! Вы попали на канал The Like a Шлях. С вами Лавич, и сегодня к нам приехала посылка от вот этого замечательного канала. Посылочка уже была открыта. Мы сейчас посмотрим на аксессуары и на вкусняшки. Извините, что я не открыла на видео, просто... В общем, снимала я на камеру, и там стерся звук, и пошло что-то не так. В общем, качество все было плохо, и мне пришлось переснимать, поэтому извиняюсь. И вот такие у нас первые аксессуарчики. Это шампунь такой и молоко. Я просто обожаю такие штучки, извиняюсь. Они просто классные. Далее идет вот такой вот кексик, что ли. Вот. Тут у нас идут вот такие, что ли, ошейники. Точно я не подскажу, что это такое. И вообще я думала, что это одевать вот так. Также была вот такая цепочка. И из нее можно сделать ошейник, к примеру, вот. И вот такой колокольчик, из него тоже можно сделать, ну, в смысле, на ошейник сделать. Миниатюрная вот такая, типа, древнейшая, как бы сказать, записка. Очень прикольно сделано. Чупа-чупсик. Это уже из еды мне, да. Ну, просто как еду не положить в посылку? Это невозможно. Вот. Хоть какая-то конфета должна быть в посылочке. И холст такой вот. Очень прикольный. Никогда, кстати, не ела такой холст. Вот. Все было вот в таком пакетике. Тут был знак вопроса нарисован. И еще вот такой классный скотч. И вот здесь написано «С Новым годом». Это очень прикольно. Также было еще письмецо, но в нем я вам покажу только вот такой вот рисунок. Это вам спойлер на фигурке, да. И вот тут написано еще вот такая вот ляпота. Нет, ну рисунок просто шикарный. Я не знаю, что еще сказать, он просто шедевральный. И дальше у нас уже пойдут фигурки. Первый — это вот такой вот самый большой сибирский хаски коричневого окраса. Мальчик. Вот. Он нереально красивый. И шел вот с такой шлейкой. Тоже на заказ. Вот. Просто посмотрите, какой он потрясающий. Особенно мне его нравится морда. Она очень красивая. Да и сама фигурка просто потрясающая, потому что у тебя все самолепы, они просто восхитительные. Вторая фигурка, которая просто безумно мне понравилась, это самка хаски, сибирские хаски, тоже коричневая. Она просто восхитительная, боже. Нереально красивая фигурка, и тоже шла с шлейкой, как видите, она синяя уже, а не черная. Вот, девочка. Просто потрясающая мадам получилась. Просто нереально красивая. Третья фигурка на заказ была. Это щенок ауси или же австралийской овчарки. Вот такая вот милашка. Это девочка. Очень прикольно получилось. И у нас есть еще одна фигурка. Это четвертая. Бигль. Девочка тоже. Сейчас немного расскажу, почему фигурки. Я отправила 3 ей, а она мне 4. Потому что, ну, скорее всего, уже все видели ее видеоролик. Вот. Такая вот красотка.
Вот этого парня мне должны были сделать не так немного. Поза должна была быть такой, что он стоит вот так, а вот эта мордочка повернута вот в эту сторону, а не прямо. Вот такая вот небольшая ошибочка произошла. Но ничего страшного, фигурки все равно очень классные. И в подарок мне положили этого бигля. Но этому я ни капли не расстроена. Не, потому что все твои самолепы нравятся безумно. И несмотря на то, на какой, в какой они позе, как они стоят и вообще какой окрас. Потому что они все равно очень классные будут, несмотря даже на этот окрас. В общем, посылкой я безумно довольна. Мне безумно нравятся эти самолепы. Они нереально классные. Господи, я уже миллион раз сказала, но скажу еще раз, мне нравятся все твои самолепы. Они безумно классные, вот просто все. Все самолепы у тебя вообще шедевральные. Также хочу извиниться, что я не отправила письмецо, потому что мы меняемся уже четвертый раз. Я подумала, ну нафиг оно тебе нужно, вот. Но и также спасибо тебе вот за вот это вот, вот это вот чудо. Просто большое спасибо, особенно за вот этот рисунок, он нереально крутой. Во все крутое, господи, боже мой. Вообще, мне понравилась посылка очень сильно, тут очень много моей болтовни, да. Спасибо большое за вкусняшки, спасибо большое за аксессуары, спасибо большое за эти бесподобно красивые модели. Ну а на этом мы будем заканчивать видео. Думаю, я вас уже достала своей болтовнёй. Да. Спасибо всем большое за просмотр. Всех я вас люблю. Всем удачи и всем пока. Пока-пока-пока. Муа.